Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. Сделано с любовью. Одинцовский роддом приобретает современный облик. «Убить или любить» – рассказываем о судьбах бродячих собак и законодательном урегулировании этого вопроса. Прошел путь от медбрата до руководителя столичного сосудистого центра, что поменяется в здравоохранении округа с приходом нового главврача. Неделя подготовила репортаж о коварном воздействии энергетиков на организм человека. В Сколково прошла лыжная гонка. Соревнования посвятили бывшему главе поселения Виктору Бабурину. Спрашивали, отвечаем. Неделя выяснила, зачем трактора крутят колесами в воздухе. Свежий номер «Одинцовской недели» можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!